сегодня мы играем первый концерт в магазине Yamaha, и я в большом предвкушении, потому что, ну, настолько качественный звук, в котором так кайфово играть, в Ташкенте такого очень трудно сделать, очень трудно организовать. У нас сегодня очень уютный получится вечер, я надеюсь, всего вот 30 человек, пандемийные меры безопасности, но это даже нам на руку, такой теплый какой-то квартирник, и я очень кайфово, комфортно себя чувствую на сцене. Надеюсь, что сегодня эта энергетика нас наполнит, и мы сыграем офигенный концерт Yamaha и друзья, и надеюсь, он будет не последний. Я готов приходить на таком звуке сюда каждую неделю и выступать. Моя программа готова. Прям я слышу эти обертона. Обертон. Скажи, Жашу, что серьезно фотография? Я думаю, что типа ну будет это прикольно. Общение такое. Отлично. Вообще. К концерту готов. Для меня очень важно иметь не просто группу или проект, для меня очень важна творческая составляющая. Это большой путь, который делает человек, человек пишущий. И сейчас на моем пути отрезок, который называется «Электроока». Все ребята, которые играют с нами, они меня очень сильно вдохновляют, потому что есть какое-то свежее звучание, какая-то свежая нотка в этой музыке. Я рок играю уже достаточно долго. Здесь формат немножко другой, он более мягкий, более лирический. И я себя нашел как в качестве поэта и в качестве музыканта немножко уже в другом качестве и амплуа. А следующая песня, наверное, единственная, которая у нас есть, про любовь. Больше песен про любовь не будет. Поэтому вот такие концерты с «Электроока» меня сейчас сильно радует, особенно в контексте пандемии и просиживания своих лучших дней в квартире. Ну вот, примерно так пока. Все, короче, мы только у вас будем теперь играть. Нам понравилось. Творческое решение, творческий результат приходит благодаря достижению двух целей. Это, несомненно, сама музыка, сами музыканты профессионального класса, то есть это мастерство музыкантов. И когда вдобавок к этому музыканты получают прекрасную возможность довольствоваться музыкальными технологиями, инструментами и оборудованием, все, что с этим связано, это дает конечный результат, успешный. Сегодня это будет возможно благодаря такому стечению обстоятельств, что мы находимся в прекрасном музыкальном магазине Yamaha, где нам оказали честь. Акустический сетап этого магазина позволяет в полной степени раскрыться любому музыканту и найти свой инструмент, свой звук и то, что ему нужно в музыке. Я не выхожу из транса. Ты добьешь диссонансы. Я чумовом безрассе. Раз, два, три. Мечтаешь много, но знай, все может сбыться и в итоге. Чуть-чуть гитару подними, пожалуйста, уже не дрогнет. Надо просто вот сейчас решить вот этот второй микрофон. И у нас пропали из монитора некоторые инструменты. Да, сейчас, давай. Раз, два, три. Ну, в принципе, так нормально. Давай, Северный. Ощущения перед концертом немножко волнительные, но в целом... В целом все отлично, звук сегодня отличный, поэтому мы как-то в хорошем настрое. Пап,
бодрость духа вообще. Топчик. Четыре. Мы заперты навсегда в этой тесной квартире. Где-то на границе неонового рая с разбитыми сердцами фабричного Китая. Подойдите к Никите и получите свои призы.